Центральным аппаратом Россельхознадзора разработаны нормативные документы, регламентирующие порядок изъятия продукции, запрещенной к ввозу, порядок ее уничтожения. Определен перечень ответственных должностных лиц, которые будут заниматься изъятием, уничтожением продукции, незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации. Ну и, соответственно, вся выявленная продукция, которая незаконно ввезена, будет изыматься и подвергаться уничтожению. Хотя управлением эта работа уже ведется, потому что санкции действуют уже в течение года. И изъято, 2 тонны было изъято польских и уничтожено польских яблок.